От ресторана «Старый замок» для Олега Ивановича в связи с юбилеем шашлычный карусель, фирменное блюдо «Старого замка». Все то, что ты думаешь о человеке. Ну что, кто о ком думает? О юбиляре, что ли? Камера, да? Вспышка светит. И можно сказать прям просто от души. Иначе, когда вот так просто говоришь, не воспринимается. А вот здесь вот на самом деле свидетель. То, что вот здесь вот есть, то и можно сказать. Как бы сдержаться? Мой единственный и самый лучший зятек. На самом деле это не красивые слова, это на самом деле от души сказанные. Сколько у меня есть подруг, сколько у меня есть, я не знаю, знакомых, я ни у кого еще не встречала такого зятя, чтобы говорили и было вот такое, вот, как ты. На самом деле, я очень благодарна судьбе, что ты появился. Что забрал меня? Слава Богу, забрал ее, да? Готовила слова, не то, что готовила. Нет, я очень боялась, чтобы не обиделась моя дочь. Она тебе всю жизнь будет благодарна. Даже когда еще были не женаты, мы были с ним заодно. И... Не женаты с кем? Они были не женаты. Okay. Так, тихо, не сбивай меня. Понятно всем было. Я благодарна судьбе, что 20 лет вы вместе. Значит, у тебя хватило... сил, терпения на то, что... Мудрости у нее хватает. Ужас. И я благодарна, на самом деле, тебе за мудрость твою, за силы твои, за все, за то, что есть в тебе. Сегодня много тебе желали и будут еще желать. Я очень хочу, чтобы ты все это выполнил. Последнее было, что там? Через 50 лет, встретиться за таким же столом. Всего тебе самого хорошего, самого доброго. Будь счастлив. Жила она не богатая и не бедная. Любила она съездить в гости по всему миру. И вот однажды узнала она, что в далекой России у Олега юбилей. А не поехать ли мне в Россию? Решила и поехала. Моя счастливая семья, две дочурки у меня, одна ха, другая на, если вместе, то хана. И подарки я принес, не букет из алых лоз. Мой подарок самый лучший, расцветы во всех до слез.
Ведь у вас известно все. В жизни много перемен, но во времена любые всяк известно любит хлеб. Вот возьми и не скучай. Маме ты не она.
едет автомобиль, а сзади скачет лошадь. Где вы находитесь? Вы в кресле самолета. Я нахожусь. Впереди вас едет автомобиль, а сзади скачет лошадь. Где вы находитесь? В кресле самолета я нахожусь. Неправда. Так, товарищ, я... Еще предложение. Да. Олег, ну в кресле самолета мы находимся. Вы в кресле самолета, представили? Сели? Да. Летите, девушка, наверное. Впереди вас едет автомобиль. А сзади скачет лошадь. Телевизор. А сзади скачет лошадь. Где вы находитесь? В кресле самолета. Неправда. Я знаю все ответы. Я не знаю. Усы надежды вам помогут. В попе. Вы находитесь в первом.